это пресс. Разве это пресс? Вот это пресс. Делай ставки и побеждай. Покажи настоящий пресс. Эффект 1xBet. Зашел, поставил, победил. Мой эфир. Нужно срочно смотреть. Здорово, чары, люблю вас. Этот парень первый посмотрел наш эфир, нигеры. Короче, блядь, мы в ахуе. Не знаю, кто там придумал сказку о том, что мы нихуя не делаем с альбомом. Вот, посмотрите, блядь, Эйва не спит уже... Сколько времени сейчас? Час с хуем? Эйва вот не спит, блядь, мы с ним пишем биты. Смотрите, как ухуя напишем. Вот такие и пишем биты. Вот так вот мы пишем альбом Дорин Грин. Йоу, сап, да, все, хватит баловаться, пацаны, давайте, что об этом говорили? Братичка, дай белые тапочки. Мне еще один. Зацените, какие охуительные кроссы купил Гай сегодня. Голубей, как он сам. Только оттенок. Гай гей. Голд гейминг, сволочи, что вы не спите, блядь? Мама будет недовольна. Моя. Когда клип, спрашивают, как дела? Какой такой клип? Вообще не понимаю. Где спиздил? Че спиздил? Кроссы. У тебя спрашивают, Нигер. Где спиздил? В дропе. Че за сука орет? Это про тебя. Маленькая грузинская еврейская сука покажет вам, как надо орать, блядь. Да, сучары, блядь. Вот так вот. Твоя мама как раз недовольна, говорят. Недовольна. Я пиздец недовольна. Говорит, че хуйню какой-то занимаетесь, блядь. Я уже был в Харькове. Бля, только я им клип хотел показать, а они говорят, хуйней какой-то занимаетесь. Да, ну, да, все, ребят. Нихуя. Вам, блядь, только хотел вот этот чел показать божественный клип, который мы сняли. Но, увы, вы момент. Слишком плохо себя вели, да, просрали момент, пацаны. Меньше надо выебываться, мамка не учила. Дон Бенлан. Че он заезжает? Торин. Та, блядь, где, говорит. Давай клип заебал, говорит Ангелина Рай. Ангелина? Да. Это же Сало. Да, она уже вроде как, ну, не с ними, по ее словам. Ладно. Подруги, она студия. О, знаешь что? А ты что? Слышишь, а можно через них... Материшься у меня в... Ну, короче, в трансляции. Да. Что можно сделать? Вырубить через трансляторов. Чтобы... Дерьмо, типа, хватит вопросов. Осталось в начале моего творческого пути. Эй, сука. Давай спасибо. Такой интерактив с ними. Кто в Москве на Западе? Рассказывайте. Рассказывайте, кто сейчас на Западе Москвы, ребята. Пишите я, если вы на Западе Москвы. А прямо сейчас. Только не наебывайте нас. Не, да-да-да, только честно пишите, кто на Западе Москвы. Давай, например, давай, Рай, где ты? Ой, бля, Рай. Ой, я Скруджа сегодня видел. Со Скруджа сегодня виделся, кстати, слышь. Просто злостное пишет. Артур, блядь, придурок, сука. Говорит, Скруджа лучший рэпер на планете пишет. Почему он мне это в трансу пишет? Ты ошибся, трансой, Артур. Слышь, трансики, ты чё? Бля, я буду играть в Warcraft, пошли. Да ну на. Да ну нахуй ты чё ебнулся? Ангелина, ты на западе Москвы сейчас находишься? Да.
Сказали, Русь сосешь. О, бля, Русь высасывают до дна. Блин, только одна ангелина на западе Москвы. Она не на западе, вроде тоже. Она тоже какую-то херню. Слышь, Артур, блядь, педик ты, нахуй. Жак, покажи военный билет. Блядь, кстати, где мой военник? Я вообще забыл, блядь, о нём. Нахуй, у тебя скоро уже все. В смысле? Не знаю. Что у меня уже все, блядь? Ну, что ты хотел сказать, но забыл, чего? Нахуй, ты скоро уже все. Что у меня скоро уже все? У тебя уже все, чувак, ты что, не шаришь? Все, скоро все, блядь. Скоро все, не еби мне голову. Блядь, с этим рэпером. Он, короче, закончил. Да ничего не толкнул, просто захотел и сделал. Да, я на студии. У нас музыканты появились, смотри. Покажи, ублюдка что-то орёт и ёбни его сковородкой. Вот так говорят. Артур пишет, я жесткий педик, надо это заскринить срочно. Пожалуйста, Арчи, ты такой, блядь, дурак. Ты знал, что можно делать с кривыми телефонами? Когда твоя карьера достигнет своего пика, и ты прославишься, мы с тобой сделаем супер миллиард хитов. И сейчас работаем. Работаем. В общем... Единственная инфа такая точная об альбоме, это то, что там будет либо 15, либо 17 дорожек. Вернее, 17 или 15, 15 или 17 треков. Вот. Никаких фитов. В этот раз не будет. Что еще? Ну, короче, жопа. Много всего интересного, но полная жопа творится, потому что с утра до вечера, в общем, мы проводим на студии, и не очень голова варит. Вот съездили недавно отдохнуть в Питер и поработать одновременно. Вот, и снова в студийную движуху, короче. Я в Риге уже был, даже дважды. И думаю, что в этом году тоже туда съезжу, не исключение. Все отражено зеркально, они не увидят. Клип. С клипом там тоже история своя. В общем, на самом деле хотели его выпустить как можно раньше, но из-за того, что, в общем, какие-то некоторые накладки произошли, придется перенести недели на полторы его тоже вперед, может две. Следующий концерт в Москве. Папа, дай киремячик. 14 октября. Я на студии только что об этом рассказывал. И... Сейчас, подождите, надо музыку включить нормально. Любимый трек чисто на этом на репите, короче, с утра до вечера. В Новосибирск, с удовольствием приеду, но попозже тоже, потому что сейчас пока нету никаких. Jacket 35, dawg, yeah. Cartier shades 25, dawg, yeah.
Я смотрел на трансляцию Гугла и ничего не скажу по этому поводу. Я только что взял речь как раз о своем альбоме и еще раз повторюсь, что специально ради этого контракт писали с двумя битмейкерами и сидим с Лодовичным в студии и работаем над нашим альбомом. По тексту все уже написано, по концепту в принципе тоже. Композиции под клипы уже выбраны, в работе находится один клип, мы уже сняли, скоро поеду в Питер снимать еще один клип. Еще один клип, поеду снимать в Ригу. В общем, еще в ноябре, насколько мне известно, ходят такие слухи у нас, малые, что в ноябре я поеду в Казахстан. Короче, может там точно позднее время уже. В общем, вот, татуировка еще не доделанная, так что не парьтесь, с ней тоже все будет в порядке, она будет четкая и всем будет понятно, что это такое, когда придет время, просто я пока что еще занят. Тур весной, и у меня сейчас пока что много работы, надо догонять. Йо. Так вот, в тур мы поедем весной, а тем временем до весны будем реабилитироваться, восстанавливаться на площадке нашей замечательной музыкальной, потому что нужно было очень много времени, чтобы переехать в Москву, нужно было много времени на то, чтобы наладить коннект со всеми движухами здесь и переоформиться, потом официально уже, грубо говоря, переоформить свои отношения с лейблом снова. Мне вот скорее интересно, как вы относитесь к тому, что Тентасьон психанул, покрасился в белоснежку, побрил брови и налбил дерево на лбу. Вот это реально интересно, что за хрень произошла вообще. Я не понимаю, что у него с головой стало. Ну и было. Да. На самом деле смотрится прикольно. Но смотрится так, как будто бы... Я думаю, это не его новый образ. На самом деле, я думаю, что это бред полный. Он просто сделал это для клипа или чего-нибудь в этом духе. А может, его в этом снимут? Если XXXTentacion снимется в новой серии, в новом сезоне «Игры престолов», я вообще охренею. Может, он там... В новой серии XO? Нет, нет. Может, он этот, там, как его, ходок холодный, или как это называется? Белый ходок, то он черный белый ходок. В КЗ приедем скоро, ребята, ноябрь. Я про XXXTentacion. Да, альбом четкий, мне понравился. Ну, во-первых, нет батла Гуфа против Птахи еще. То, что Птаха вызвал Лешу на батл, еще не значит, что состоит. А так вообще я не понимаю, типа, что Давид перестает все еще, как бы, докапывается за всех вот старых движух, забил бы уже хрен. Да и Леша тоже бурно реагирует, что-то слишком, на мой взгляд. Но это уже, типа, их какие-то мутки, мы не знаем всех внутренних движух, поэтому все равно сделают, что делают. Красава, что вообще, типа, ничего-то делают.
Denzel, like a surgical witness pump, y'all. Bust it out, break it out, then I put it in a blunt, y'all. Made passed out. I got getting you to the urod. In my face, TJ. Governor. Иди нахуй. Нахуй раздельно пишется, брат. Нет, нет, сегодня я вот в таком формате. Йо-ра. Ереван. Ереван я с удовольствием приеду, но думаю отдыхать, а не в Москву. Дрейк или The Weeknd? Слишком сложный вопрос, но я думаю, что в данный временной промежуток все-таки Weeknd, потому что Дрейк уже свое отмотал. Эпики популярны. Да, подгоны ждать только в октябре. Вы же хотите качественных подгонов, а не черт еще. Niggas quick to say they loyal to you, they be see-through. Gang, gang, screaming fuck you, they wanna eat you. Спасибо, всем спасибо большое. Всем спасибо, всем спасибо. Любимый композитор Эдвард Грик. Тори офигительный чин. Подгон для слушателей будет в октябре. В начале. В самом начале октября. Ты хочешь называть котенка Жака, а котенку Энтони? Ну, не знаю. По поводу LJ, я вам скажу, что после того, как этот молодой человек сделал ставку на трек «Рваные джинсы» и снял клип на нее, я засомневался в том, что этот молодой человек точно понимает, что он делает. По поводу шмоток, по поводу бренда, вам, скорее всего, придется подождать до следующего лета, но мы постараемся, вернее, не скорее всего, а точно. Я вам...